Привет, друзья! Привет, соратники! Привет, менеджеры! С вами Сергей Кузнецов, Германия, город Бонн. У нас сегодня стоит прекрасная погода, жарко, плюс 30 градусов. Второй день уже у нас, или даже третий, прям радует. Лето наступило в Германии. Сегодня я хотел с вами поговорить о сыворотке против выпадения волос. То есть продукты, я занимаюсь бизнесом Unnel International с компанией, вот в партнерстве. У нас очень много продуктов есть, и все экологически чистые, безопасные продукты. И один из топ таких продуктов, который мне очень нравится, я на собственном опыте уже прошел это, 2 года я пользуюсь вот этой вот сывороткой, это сыворотка против выпадения волос. Ну, я не буду рассматривать сегодня состав сыворотки, это можете посмотреть у меня в других роликах и на YouTube, на моем канале. Я могу рассказать свой собственный опыт. Значит, 2 года назад, ну, вернее, заметил-то это и раньше, что когда вот с ванны выходишь, у меня на ванне было куча волос. То есть и волосы стали редкими, подходишь к зеркалу, расчесываешься, видишь свою голову. Да? Значит, это мне не совсем нравилось, но я не знал, от чего это зависит. Вообще, в принципе, у нас все проблемы решаются от экологии, от стрессов, от неправильного питания и от неправильной воды, которую мы пьем. То есть все, что вокруг нас окружает. Но если мы уже научились как-то с экологией более-менее бороться, если мы научились воду уже очищать, если мы правильно еще умеем питаться, то со стрессами бороться довольно тяжело. И все это знают, что у каждого человека есть свои такие депрессионные, негативные дни, когда все валится из рук, когда ничего не хочется делать. И это очень сильно влияет на все наше здоровье в целом. Вот, вот этой сывороткой, значит, я начал пользоваться 2 года назад. В марте месяце было 2 года. Ну, и знаете, что я заметил? Во-первых, я хожу подстригаться у одного парикмахера, хороший турок, очень хороший мастер. Вот, после того, как я начал вот этими ампулы пользоваться, у меня волосы начали расти новые волосы. Значит, были проведены клинические испытания в России по вот этому продукту. 100% людей перестают выпадать волосы, и у 75% людей начинают расти новые волосы. То есть сейчас я выхожу из ванны, у меня после того, как я принял душ, у меня на ванне всего 2-3 волосинки. Вот, это очень радует. Но более всего меня радует то, что этот продукт приветный. Вот, мне больше всего радует то, что я сейчас подхожу к зеркалу, у меня шевелюра, ну, как 20 лет назад была, да? То есть волосы новые выросли. Это заметил мой парикмахер, парень сказал мне: о, я смотрю, новые волосы начали расти. Да, это все благодаря вот этому продукту. Производится он у нас здесь, в Германии. Вот, компания Unnel International имеет эксклюзивное право на продажу этого продукта по всему миру. И, в принципе, качество продукта, безопасность, это все есть написано и на сайте, и на этом. Как им пользоваться, этим продуктом? Вот здесь вот таких 10 ампул. Вот они, да? Ампулу, если взять одну ампулу, вот так разъединить, вот эту вот повернуть, этот типа краника такого, то на мокрые волосы втирать, массировать, делаешь пробор и капельку массируешь, капельку массируешь, капельку массируешь. Вот вся процедура занимает 3-5 минут, не больше. Где-то примерно месяца через 2 начинают расти волосы новые. Это так классно, это мне настолько нравится. Ну, следующий курс где-то там через 4, 5, 6, 7 месяцев проводить. Ну, когда чувствуете, что опять волосы начали выпадать, берите опять новый комплекс. Здесь 10 ампул. Это, в принципе, я втираю 5 дней подряд по одной ампуле, а потом раз в 3-4 дня. Ну, как вот помылись, раз в 3 дня голову, допустим, помыли, на влажные волосы наносите. Вот. Но что мне нравится, этот продукт очень хорошо расходится, люди с удовольствием его покупают, потому что он реально работает. Ну и сам бизнес, сам по себе бизнес, классный тем, что таких продуктов много. Вот сегодня у нас плюс 30 градусов, я сейчас был на пляже, загорал, и в то же время я этот бизнес веду по скайпу, я загорал и разговаривал со своими менеджерами по скайпу, прямо на пляже.
Вот. Утром у меня присоединился новый менеджер с Латвии. Женщина зашла, вернее, не как менеджер, она зашла как клиент. Она много слышала про эти продукты, но вот теперь захотела сама попробовать ее проконсультировать. Ну и бизнес мне нравится тем, что эти продукты все экологически чистые. Бизнес идет, самое главное, запустить его. Вот, и бизнес очень хорошо развивается и в России, и в Германии, и в других странах, где присутствует компания. Это уже больше 20 стран, и стран будет становиться все больше. Вот я вот, допустим, сейчас вот этот сок Морсик, да, вот компания ML International, еще есть вот такие экологически чистые натуральные соки. Вот, я навел сейчас себе, холодненького выпью. Об этих соках я поговорю в следующих трансляциях. У меня трансляции будет вторник, пятница в это время, по 18:00 московского времени. Как заказать этот продукт? Ну, во-первых, у нас по России, Украине, Казахстану более 300, около 300, вернее, офисов и магазинов. Вы можете, первое, стать клиентом компании. Вот, обратитесь ко мне, у меня телефоны есть здесь, на этом. Мы вас зарегистрируем, это ничего не стоит. Вот, вы можете заказать на дом, прям привезут с офиса, если вы там на определенную сумму берете. Или, ну, во многих городах, по крайней мере. Вот, или съездить в магазин, купить в магазине, в самом, у нас почти в каждом крупном городе есть или офис, или магазин. Вот, и можете там покупать эти продукты. Ну, то есть здесь у нас в Германии, мы, если кто-то в Германии хочет заказать, это тогда надо обратиться ко мне, вот, и мы вам закажем. Вот. Ну, если есть еще вопросы по этому продукту, продукт, безусловно, великолепный, потому что я вот по себе знаю, что я настолько доволен этим продуктом, настолько, я уже 4 курса прошел, да, и вот моя шевелюра уже вполне сносная, а то подходила и чуть плакать не хотелось, лысеть начал. Вот кому надоело лысеть, это прям замечательно. Вот, про продукт можно почитать на сайте компании, сыворотка называется «Актив», Куба, это название серии продуктов, да, линейка продуктов. Ну и сыворотка против выпадения волос. Вот. Так что хороших вам шевелюр, восстановления ваших волос и хорошего настроения, соответственно. Если есть вопросы, можете задавать. Вообще интересно, перископ. Спасибо, свяжитесь со мной, мы с вами побеседуем потом. Интересно, вот перископ, да, вроде сам сидишь, сам с собой разговариваешь. Оказывается, нет, оказывается, еще и другие люди смотрят, да. Как-то непривычно, более привычно, когда ты общаешься с глазу на глаз с человеком, когда видишь глаза человека. Я перископ буду делать вторник, пятница, вот в это время, в 18:00 Москвы. Каждый раз на перископе мы будем разбирать какие-то продукты, вопросы, темы различные можете задать, заказать какую-то тему по продуктам, по бизнесу, по развитию бизнеса в Европе, в России. У меня сегодня есть менеджер уже в 17, по-моему, 16 или 17 странах в разных. Да. Есть, конечно, отличительные особенности в каждом регионе, да, но это понятно. Мы все говорим на разных языках, у нас разный менталитет, поэтому бизнес вести, в общем, интересно. Это, я считаю, что это один из самых простых бизнесов, который только может быть. Вот. Но это не основной продукт. Вот сыворотка, конечно, это не основной продукт. Очень много разных продуктов. Основной продукт – это Energy Diet, это функциональное питание. О нем мы поговорим в следующий раз. Ну, в общем-то, если вопросов нет, значит, каждый вторник и пятницу, два раза в неделю, такие коротенькие перископы, короткие анализы буду проводить. Так что подключайтесь, подписывайтесь. Давайте вместе
В бизнес приходите. Бизнес без инвестиций. Риска нет. От вас нужно только желание, целеустремленность и желание изменить свою жизнь, желание зарабатывать на различных продуктах, на продуктах повседневного спроса. Вот так можно сказать. Все, всем спасибо. Пока.